Дорогие наши зрители, 6 апреля в субботу в 14 часов в Муниципальном дворце культуры состоится концерт творческих коллективов Карачанского района. Хорошие традиции по обмену культурным и спортивным опытом стали культурно-спортивные эстафеты. Это особый случай для того, чтобы познакомиться и пообщаться с талантливыми людьми. Лучшие коллективы и сольные артисты художественной самодеятельности Карачанского района в рамках 18-й областной культурно-спортивной эстафеты «Белогорье. Край мой. Гордость моя», посвященной 65-летию образования Белгородской области, постараются удивить шебекинцев музыкальными и хореографическими номерами со сцены, а спортсмены из Карачанского района покажут свое мастерство в ходе спортивных состязаний. Дружественная встреча обещает подарить множество ярких красок и эмоций. Вход свободный.